Привет, друзья! С вами Татьяна Зубова, и в этом видео вас ждет распаковка художественных материалов и даже небольшая выкраска некоторых из них. Я не думала даже, что успеет мне прийти заказанная посылка к Рождеству, но, тем не менее, быстро довольно пришла. Докупила просто какие-то необходимые материалы, необходимые вещи и просто хочу вам показать. Напишите, кстати, в комментариях, вам интересно смотреть какие-то распаковки арт-материалов или что-то вот такое вот новое из разряда покупок. Лично мне всегда очень интересно такие видео, поэтому мне хочется и с вами делиться какими-то вот такими вот вещами. Разбираем посылку. Здесь что? Здесь самое такое вот основное, что мне нужно всегда на постоянной основе. Как вы видите, огромное количество колышков тоже заказала. Несколько баночек акрила. Акварель, кстати говоря, тоже заказала. Потом покажу. Ну и, конечно же, масло самое ходовое. Это белила, которые всегда абсолютно быстро улетают. Ну и так, по мелочи, всякая ерунда. Как вы видите, акрил тут какой-то новый уже есть. Обычно я его покупаю в таких огромных пачках, это 750 мл. И он достаточно быстро у меня всегда расходуется, поскольку работы мы очень много. Тоже в огромных больших тюбиках всегда заказываю белила. Здесь 200 мл, это белила титановые, абсолютно ходовой такой товар, который нужен на повседневной основе. Ну и поскольку у нас сейчас зима, то, конечно, белила будут расходоваться со страшной силой. Плюс ко всему, я надеюсь, что все помнят, что после новогодних праздников мы долго не отдыхаем с вами. Мы 4 января уже начинаем рисовать. У нас 4 января стартует новый марафон. Кто не записался, обязательно записывайтесь. Это шикарные сюжеты. Как обычно, отличная теплая атмосфера. Всегда много активностей. У нас с вами есть чем заняться. Кстати, прямо сейчас у нас происходит новогодняя игра в группе ВКонтакте. Кто еще в нашей вот этой теме не участвует, обязательно участвуйте. Там очень-очень интересно. Скучаться не придется никому, это точно. Кстати, участие в марафоне бесплатное. Обязательно запишитесь, такое пропустить нельзя, это точно. Ну и давайте смотреть, что в посылке. Я уже распаковываю акрил. Кстати, мне очень нравится, как упаковывают, заматывают вот эти крышки, чтобы он не растекался. Это, кстати, очень правильно. Линейку заказала. Казалось бы, зачем она нужна, но вот нет у меня линейки, поэтому решила, что пусть будет, потому что холсты режу из такого вот рулонного состояния, просто на куски режу для работы, и нет у меня линейки, чтобы просто ровно это все отмерить. Дальше, вот здесь вот заказала еще несколько баночек мастер-класса акрила. И просто на пробу заказала пару кюветочек акварели Умтон, просто посмотреть, что это такое. Умтон — это чешские краски, я использую масляные их краски, мне они очень нравятся, а вот акварель я не пробовала никогда. Поэтому просто решила посмотреть. Да-да, нет-нет. Кстати, интересная вот такая форма кювет, это полукюветки, но они квадратные. Мы привыкли все-таки к прямоугольным, а это квадратики такие небольшие. Но, кстати, в стандартную форму, в стандартную коробку акварельную я вам недавно показывала, если помните, такая вот металлическая, металлический бокс с Алиэкспресс покупала. В такой бокс они идеально тоже встают, хорошо все упаковывается, все нормально. Ну и по оттенкам вы видите, один это холодный зеленый и второй очень-очень горячий красный. Посмотрим, как они себя ведут. Краски очень пигментированные, особенно красные. Вот, кстати, красный — это просто полный восторг. Такая вот кровавая, очень яркая краска. Мне такой не хватало как раз. И я думаю, что как базовый красный, именно такой оранжево-красный, очень горячий, очень хорошо подходит. Давайте посмотрим, как они смешиваются. Как смешиваются, мне тоже очень понравилось. Поэтому я думаю, что буду дальше тоже какие-то оттенки их покупать, смотреть. Первое впечатление хорошее. Честно признаюсь, ожидала гораздо-гораздо хуже результат. Мне казалось, что это все-таки не очень хорошая акварель. Будем смотреть, как будет себя вести в работе. По выкраскам очень хорошо. Также я посмотрела, как она себя ведет в смешивании с другими красками, с другими производителями. Ну, я думаю, результат вы можете сами видеть на экране. Абсолютно прекрасные смеси, очень хорошие переходы. Так что буду пользоваться. И давайте посмотрим на акрил. В первую очередь целью было посмотреть на разные желтые от разных производителей. Но поскольку в ассортименте сейчас было не очень много всяких разных желтых, именно красок, у разных производителей, поэтому дозаказала еще другие оттенки до кучи. Но вот с этими желтыми вечная проблема, особенно она заключается в том, что желтые краски не покрывные, и приходится с ними возиться для того, чтобы справиться, была возможность хорошо с этими красками.
Сейчас я выкрашиваю быстренько на белой бумаге, просто посмотреть оттенки, что из себя представляет та или иная краска. И затем у меня еще есть кусочек черного холста. Вот справа вы видите, на нем как раз-таки и будет сосредоточено все наше внимание. Мы посмотрим, как краски себя ведут уже на темной поверхности, потому что для меня это сейчас в первую очередь важнее. И акрил мастер-класс. Вот, кстати, на мастер-класс я рассчитывала больше всего, поскольку все-таки отзывы о нем очень хорошие. Пока на данный момент немного разочаровалась. Посмотрим, как себя будут они вести в работе. Не буду заранее никаких диагнозов ставить, так что пока не очень хорошее впечатление. Посмотрим, вот как буду работать, как будет какой-то опыт появляться именно с этими красками. Тогда буду обо всем рассказывать постепенно. Дальше это 4 тюбика тоже от Art Creation, как и вот эта серия Амстердам. Это уже краски Royal Talents в больших упаковках. Ну, они просто всегда нужны, поэтому их беру. Не могу сказать, что это какие-то шикарные краски, но, тем не менее, они хорошие. Они действительно хорошие и в работе себя тоже прекрасно ведут. Здесь у меня желтый, темный, очень красивый оттенок. Вы знаете, что акрил все-таки лучше иметь в большом количестве. И я имею в виду оттенки разные, его смешивать не так хорошо удастся, как, например, акварель или масло. Поэтому лучше брать вот эти даже переходные оттенки отдельными баночками, отдельными тюбиками, чтобы они были. И сейчас смотрите, какие у меня оттенки здесь. Салатовый, вот этот желтый я уже показала. Салатовый классный. Вот как такая база для сочной зелени, его иметь очень даже хорошо. И вот эту краску взяла, покрывную, голубую. Тоже базовый такой оттенок, который всегда пригодится. И теперь самое важное, самое главное, это на темном. И вот здесь вот как раз я очень удивилась, в приятную сторону удивилась. Посмотрите, какая желтая покрывная. Конечно же, при высыхании краска станет менее плотная, и вода испарится, краска осядет, и чуть-чуть, конечно же, она потемнеет. Но в любом случае, посмотрите, ну это прекрасный результат. Вот для сравнения, мне было очень интересно посмотреть на краску Winsor & Newton. У меня до этого уже была желтая, и мне и в магазине консультанты очень рекомендовали попробовать Winsor & Newton акрил. Конечно же, я попробовала, взяла, но посмотрите, какое это просто разочарование. Это небо и земля. Вот посмотрите, какая слякоть абсолютно отвратительная получается. Вот видите, краска абсолютно никак себя не проявляет. Я сколько бы слоев ее не накладывала, она в любом случае будет вот такой вот нехорошей. А вот эти вот краски, что Амстердам, что вот это вот Пентарт, они гораздо больше меня порадовали, чем вот эта вот краска Winsor & Newton. Вообще была идея разные-разные желтые именно в акриле попробовать и снять какое-то отдельное видео, такое вот сравнение. Если вам будет интересна такая тема, напишите мне в комментариях. Ну и, кстати, вот попробуйте теперь угадать, какие видео вскоре вам предстоит увидеть на канале, судя по тому, какие материалы я покупаю в последнее время. Темные краски, конечно же, смысла особого нет смотреть на черном фоне, потому что мы ничего особо не увидим. Единственное, можно, конечно же, посмотреть на финиш, потому что акриловые краски бывают с глянцевым финишем, такие полуматовые и полностью матовые. Вот это как раз увидеть можно. Ну и на белом, и на черном фоне, соответственно. Дальше давайте смотреть. Охра хорошая, ну как и у любых производителей, вот такая вот охра, очень мощная покрывная. Вот этот оттенок бордо, я немного его другим себе представляла, но опять же, вполне себе такой вот мрачный, но посмотрим, каким он будет в работе. Далее тоже вот такая холодная зеленая, изумрудная. И больше всего мне было интересно посмотреть на вот эти вот большие банки, которые я купила, насколько они, опять же, на темном фоне будут работать. В первую очередь смотрим на желтую, но здесь все оттенки довольно светлые, так что на темном фоне будет интересно посмотреть, что они себе представляют. Так вот, вот эта вот желтая краска. Нормальная, не могу сказать, что она какая-то сверхпокрывная, но вполне себе приемлемо. Это все в рамках. Зеленая краска. Вот такую краску буду часто использовать, потому что она, повторюсь, будет служить базой для разной зелени. Вот такие вот светло-зеленые всегда нужны. Вот эта краска порадовала. Она мощная, сильная, хорошая. Не могу сказать, что она сверх какая-то покрывная, нет. Но в любом случае, что меня радует, то что вот эти краски соответствуют тому, что написано на тюбике. На тюбике указано, что это полупокрывные. Так и есть. Так и есть. Голубая покрывная, но она и на самом деле очень мощно все кроет. Вот посмотрите, с первого мазка черная полностью перекрывает.
И сейчас белую краску тоже мы с вами посмотрим. Белая для меня тоже очень важна. И белая здесь тоже хорошая. Она указана как покрывная. И она действительно, смотрите, какое мощное имеет перекрытие. Вот на основе белой вы можете еще и желтую немножко сделать более плотной, более покрывной. И на этом мы будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Пишите в комментариях свои идеи, что бы нам такого нарисовать этими материалами. Увидимся в новых роликах. До встречи, до свидания.